И, друзья, президент Путин всегда поддерживал Индию, и я благодарю его за его поддержку и руководство. Наши отношения являются тем плодородным деревом, которое за последние лет питалось великими людьми, получало подпитку от великих людей, и среди таких людей был Александр Кадакин. Мы потеряли этого великого друга Индии в этом году, и чтобы отдать дань уважения его памяти, мы приняли решение назвать в его честь одну дорогу в Дели. Одну улицу в Дели. Ваше превосходительство, господин Путин, наши отношения были проверены временем, и они привезли пользу всему миру, Индию и Россию. Мы всегда поддерживали друг друга, и наши отношения были столпом силы. И я надеюсь, что наше сотрудничество в будущем принесет стабильность и баланс всему миру. Наши переговоры сегодня прошли очень успешно. Мы приняли решения, которые осветят нашу дорогу в будущем. Еще раз позвольте мне выразить мою благодарность вам и жителям Санкт-Петербурга. Большое спасибо.